В этнокомплексе «Амазония» сломался аттракцион, и несколько человек зависли на 5-метровой высоте. В подвешенном состоянии люди ждали помощи около получаса, при этом сохраняли относительное спокойствие. По имеющейся информации, инженеры привели в чувство карусель, и все благополучно ее покинули. В чем причина поломки, будут выяснять эксперты. При этом на официальном сайте этнокомплекса написано, что карусель прошла реставрацию в апреле текущего года. Что понимается под словом «реставрация», не уточняется.